Мячик? Нет. А чей? Роджер. И номер телефона. А, Роджер. Напиши. Я... Будем звонить его. Подача! Ну, естественно. Ира. Мне кажется, что Ира делает что-то неправильно. Все, больше тебе не дают. Ира, ты себе истратила. Они жили с этим стыдом. А, игра, игра. Может, у вас центр плохой? Объясни, что произошло? Да. В письменном? Нет, устном. А? Устном. Дело в том, что вспорхнул. Думал, что чайка. Мы же не надо вот это на подъемный кран вставать. Дело в том, что у нас оператор забрался на подъемный кран. Не стой под сеткой, Наташа. Чуть-чуть отойди. Не стой под сеткой. Ты под сеткой стоишь. Я
девчата? Девчата, домой пора. Нет? Уже потемнело. Ого. Что опять? Расправил руки. Едва прикоснулся к мячу. А он как ломанется. Наташа, ты готова? Что это было? Позорище. Наташа, что это было? Наташа, объясни. Не знаю. О, Костя, что за тебя? Я врач, что тут стоит. Почему ты не играешь? Почему ты не играешь? Блин, ты что такое? Наташа, ты играть будешь? Георгий домой пошел, все. Здесь.